Скажите, пожалуйста, что это за установка? Значит, установка Экзарта. Это подвесная система, которая широко используется в России, в Белоруссии практически ее нет. Я думаю, что мы будем первыми, кто внедрил именно значит, этот вид процедур. Направлен он на восстановление нарушенных функций мышц, суставов, позвоночника. Очень важно в плане того, значит, применение ее при параличах, порезах, при тугоподвижности сустава, а выполнение упражнений производится в трехмерной плоскости. Это обеспечивается при помощи тросов и подвесок. И в дальнейшем устраняет проблемы нервно-мышечного аппарата и усиливается, повышается контроль за движением самого пациента.